попытаюсь сделать ее очень милым. Весу. Так. Чуть-чуть голова согнута, но в принципе ничего страшного. Ну, в принципе, похоже. Могло. Ну, в принципе, рядом свинки стоят, я, наверное, поставлю окей. Так что очень сильно похоже, но похоже. Вот это я не знаю, как можно сказать, без хвоста. Потому что, ну не знаю, не очень похоже. У всех, наверное, такая же будет постройка. Вот это я вообще не знаю, что. Просто не знаю, за 5 минут можно было очень крупную постройку сделать, примерно такое, но. Ну я не знаю. Ну, старался, понимаю, наверное, вот эти все блоки загораживал, но это. Зачем время так тратить? Вот это, наверное, точно на свинку похоже, но это пиксель арт. Ну, я, конечно, не так сильно востребовала пиксель арт. Это, наверное, свинья, которая жарится. Ну, окей, нормально. Но это хоть и жестоко, но в реальности так.
Этот просто не успел достроить, но у него что-то прозрачно, так что, наверное, я не знаю, ну, можно было построить, но у него что-то не получилось. Опа, это, наверное, точно победитель. Очень большой шанс, что он победит, так что я ставлю средненько, то есть, ну, не так прямо, чтобы он выиграл прям 100%. Вау! Ну, с хвостом-то с хвостом, но очень маленькая подстройка. Ух, надо было вот примерно вот такую хотел построить постройку, но окей. Ну, это похоже на обычную синюшку, то есть из игры. Вот это моя постройка. Такая хрюшка. Ну, вижу легендари, так что у меня есть шанс и на победу. О, это фермер, вау. Вот это эпик точно. Чувачок со свинюшкой, только не достроенный, но сам чувачок фермер мне понравился. Хоть это не относится так. Ну, мимимишная тоже, так что окей. Это вообще, я не знаю, что. Именно он заднюю часть, либо он так построил специально, двух ног было. Нелогично, что тут написано. Обычная свинюшка. То есть, ну, глаза, если так видно, что они стандартные. Вот, да, президент на победу. Этот был. У меня, наверное, кто-то место четвертое, да? Нормально, 97%. Всем ставили отличные оценки. Вот. Ну, тут хоть и у свиньи головы нету, я не знаю, все, наверное, посмотрели на фермера. Давайте начнем вторую игру, прям вот, прям сейчас. Вот так побежим. У меня чуть-чуть подлагивает, но ничего страшного. Вот билд батл. Все, здесь игроки собрались, наверное. Да, все. Начинается игра. 16 игроков. Это хорошо. Вторая игра. Будем сейчас выбирать, что будем строить. Уруга. Что тут? Патата. Сомбреро. Уруга. Я не знаю, компутаты. Я не знаю этот. Сомбреро, наверное, да? Что это обозначает? Сейчас в интернете посмотрю. Сомбреро, наверное, кто-то, который играет. А, это шляпа такая, да? Вау, это очень интересно, ребят. В первую очередь, наверное, я сделаю из блока дерева. Потом я возьму, так, возьму различные красочные блоки, то есть красный, белый. Сомбреро, значит, это шляпа какая-то такая, мексиканская, что ли. Не знаю. 5 на 5 будет, значит, верхняя часть. Все вот так. Если подумать так, то тот игрок, который выиграл игру, у него была постройка хорошая, но свинка была не построена нормально. Посмотрели на фермера и тупо поставили эпик. И как я. Вот. Если так подумать чисто логически, то должен был выиграть, ну, не я, наверное, но хотя бы тот, который построил синюшку. То есть именно ее достроил нормально. Тогда. Вот. Некоторые вообще поленились, просто маленькую синюшку сделали, а некоторые вообще пустые свиньи, я не знаю, почему они так делают. Она не такая так-то. У меня еще есть куча времени, я хочу ее округлить. Примерно вот так. 4 блока вот так. То есть это примерно как будет выглядеть, я, конечно, не знаю, надо посмотреть. То есть по 2. Вот, все. И сейчас будем загибать края.
жаркий. Из-за этого они, наверное, такую шляпу и придумали. Так. Края. Так. Все, наверное, получилась у нас шляпа такая. Мексиканская. Из желтого. Из желтой шерсти. Так. Он здесь сидит целая минута еще. Вот, наверное, еще красную линию, наверное, добавить себе. Для красоты можно было это не делать. Но мне кажется, что у меня получилось сомбреро, если не ошибаюсь. Вот, мог бы еще белого цвета добавить, но не знаю. Я не знаю, что это, одноглазый ползун. Я не знаю, зачем он дерево вообще построил. Это не по тематике. Ну, у этого шляпа похожа, в принципе. Но это вообще совсем другая тематика. То есть, он какую-то девочку с мальчиком сделал. Не знаю. Сомбреро, наверное, еще это обозначает, что это обычная шляпа. Наверное. Ну, если я по Google картинкам посмотрел, то это не то, что шляпа, это мексиканская шляпа, если не ошибаюсь. Люди тематику путают, наверное, очень сильно. Поэтому они делают не то вообще. Вот это я даже не знаю, что сказать, что это. Наверное, какой-то шлем бронированный. Чё это? Да, чувак старался, но перестарался. Чё тут? Абрам Линкольн? Типа ему шляпу пробили. Вот какая должна быть сомбреро. Все ставят эпики или легендари. Вообще круто. Я, наверное, точно победитель в этой игре. Ладно, буду писать, я вообще не знаю, что это. Ролики зачем здесь? Либо так должно быть выглядеть сомбреро. Я не знаю, в интернете я первую картинку, которую увидел, такую сделал. Ладно, окей. Наверное, это еще шляпа, которую за... с краем. Вот это что-то, это что, кепка, это... Ну ладно, ладно, будем ставить, окей. Окей. Ну окей, я не могу здесь поставить. Это тоже сомбреро, но такое минималистичное. Здесь даже нету, как ее одевать. Вообще как-то прямоугольно. Пиксель-арт, можно сказать, почти. О, это кто? Голова, шляпа какая-то. Ну, да, я победитель с отрывом. Или не я. Получается, я на 97-97. Вот кто так посчитал, что я на первом месте. Вот. Не зря добывал партиклы с изумрудом. Давайте, ладно, еще третью игру по-бырому сделаем. Вот. Наверное, не буду вырезать эти части, где я бегаю. Build Battle нажимаю. Ну, потому что мне очень сложно монтировать, потому что у меня нету ноутбука.
А через компьютер он лагает, иногда крашит. Из-за этого лучше одним записью снять видео. Так. Каскады. Что-то там, Шрек. Ну, давайте каскады, я не знаю, что такое. Каскады. Шрек, не, Шрек. Ой, блин. Что сейчас будем? Waterfall строить. Waterfall, я не знаю, что это. Что это обозначает, ребят? Сейчас 5 секунд. Это, значит, вода. Водопад. Так, ну, берем обычные блоки. Так, ставим вместо этого. Так, не знаю, что делать. Сначала, наверное, не знаю, в принципе, можно из камня, то есть обычного. Нет, камень брать не. Водопадик маленький. Так. Да, он какой-то минимальный. Знаете, что еще построить? Я хочу построить мост. Это, конечно, кукла. Но мини-мост. Декоративные штучки. Так, сам один блок. Закрываем срочно. Все. Дальше что? Берем. И засаживаем. Надо еще сейчас деревья вырастить, так что я, наверное, постараюсь по-бырому. Так, берем. Раз. Выращиваем.
по-бырому. 15 секунд у нас. И раз. Ай! Вылезти не могу. Так. Успеем. Все, успели. Ура. Я не знаю, какой-то маленький водопадик, но, в принципе, нормально, мне кажется. Окей. Водопадик похож на какой-то такой странный. Я не знаю, камни просто наверх устроил, и все. Ну, тоже можно сказать, водопадик, но тематика не передается прям так. Окей, в этой игре, наверное, будем всем почистить. Окей. Так, карта не прогружается. Я не вижу. Буду смотреть на оценки других игроков. Можно, кстати, можно было еще построить фонтанчик просто небольшой. Тоже, наверное, передавалась эта тематика. Окей, наверное, тоже я победителем буду, как и во второй игре, потому что я вижу все постройки какие-то почти одинаковые. Здесь вообще ничего не передается. Что тут? По-моему, ничего, да? Да, просто какая-то гора просто, и все, ничего, без воды. Ого, это точно победитель, потому что, ну, я не знаю, нормально так построил. Построила. Так, это моя постройка? Нет, это не моя. Я тут, у меня ничего не прогружается, так что давайте сейчас прорисовку сделаем. Ладно, какая? Блин, ну ладно, ничего страшного. Окей. Я там просто не заметил. Вот здесь прям водопадик прям 10. Можно было так сказать. Как-то странно построил, но, в принципе, тропический лес. Это вообще что за... Ладно, окей. Некоторые вообще просто водой все заполонили и все. Не знаю, вот это какая-то... Ну, вообще, ничего, все ставят красные. Давайте. Моя постройка. Такая простенькая. Водопадик с... такое типа перехождением воды. О, кстати, можно было еще построить, да, блок ведра вот такой типа. И... прикольный тоже. Вот тоже как у меня почти украл, но здесь он сам построил воду именно до конца, так что мы поставим. Заслуженно. Некоторым я просто ставил просто так. Я получил это место, третье место, да? Ну нормально в принципе. С отрывом на 4 очка я не занял первое место, но нормально, потому что это прям точно был победителем. Вот, ну с вами была я, Супер, если вам понравилось это видео, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Все, всем удачи и всем пока-пока.